Представляю вам сушильную камеру конвекционного типа. Камера на 36 лотков. Внутри обшита нержавеющей пищевой сталью. Лотки изготовлены из пищевого алюминия. Воздух подается с задней стенки индивидуально на каждый лоток. Забор воздуха происходит в нижней части камеры. Выход влажного воздуха выходит через принудительную вентиляцию. Камера температура до 75 градусов. Под заказ выполняем до 120. Камера оснащена пультом управления, центральной кнопкой питания, таймером, пусковой кнопкой камеры и терморегулятором. В задней части камеры имеется технологическая дверь для обслуживания и замены агрегатов.